Олеся Левченко, доцент кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Називає себе феміністкою та активно пропагандує ідеологію фемінізму. Вважає, що фемінізм – це спосіб життя, при якому жінка ставить собі за мету саморозвиток, можливість отримувати всебічну освіту, робити кар'єру та користуватись всім набором прав без обмежень. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Ну і перше питання, чесно, від мене і від моїх колег, що вчора ми спілкувалися про це. Ви феміністка. Чому? Чому от вибрали саме? Фемінізм, ну, це ідеологія свободних, умних, самодостаточних жінок. От я себе таковою вважаю, тому я вибрала таку свою життєву ідеологію, життєвий принцип. Давайте пояснимо для глядачів, можливо, хто вперше стикається з таким поняттям. Фемінізм, що це? Про що це взагалі? Так, давайте розставимо якісь акценти, тому що багато міфів є. Ну, фемінізм, прежде всего, це може бути образ житті, це спосіб боротьби, це образ мислення, це, в кінці концов, соціальна ідеологія. Поэтому множество понятий. Почему он актуален сегодня, когда, казалось бы, у женщин есть все права, да, и так далее. Но на самом деле есть иллюзия о наличии прав. И некоторые права, они фактически не выполняются. Но о чем я говорю? Смотрите, так, вот совсем недавно в Соединенных Штатах Америки колыбель феминизма. В целом ряде штатов был введен очень жесткий запрет на аборт. То есть, фактически, женщина, которая сделала аборт, она преследуется как убийца. И судебные сроки как за убийство наступают. Более того, те, кто, если женщина хочет приехать там, в другой штат и сделать эту процедуру, то все, кто ей помогал, вплоть до того, что водитель, который ее подвез, он может быть как соучастник. Ну, це в дійсно причина? Дуже дивно. Це Соединенные Штаты, да? Здавалось би, така демократія, така країна. Да. Штаты, так называемый вот, религиозный пояс, вот такие вот. А якщо говорити про Україну, про Миколаїв, як у нас, ну, очевидно, аборти дозволені ще. Ну, чи є? Так, так. Потому что в сусідній Польщі вже нет. Ці якраз не треба переймати. Є багато чому навчитися у Польщі, але я думаю, ці закони не треба переймати. То за які зараз права в Україні чи в Миколаєві борються феміністки? Смотрите, в первую очередь это так называемые аспекты семейного права, то есть равномерная ответственность за детей. Сейчас очень большая проблема, да, материнство и отцовство, и в первую очередь вот отцовство, именно вот ответственное отцовство, то есть за ребенка с момента его зачатия, да, а не с момента его рождения. За него должны нести ответственность оба партнера. Зависит. К сожалению, с этим в Украине большие проблемы, потому что есть фактически целый набор законодательных актов и процедур, и об алиментах, и о преследовании за их неуплату. Но фактическая процедура их исполнения порой могут проходить годы от подачи заявления до назначения алиментов. Потом у мужчин есть очень много уловок уходить от этого, есть очень много уловок не признавать свое отцовство, то есть вообще само вот это вот понятие, когда есть так называемые брошенные отцами дети, непризнанные их, да, то есть как бы ничейные. Можно просто відмовитися фактично, да, и можно никакой відповідальності. Женщина дает фамилию, какую она считает нужным, да, там, может, своего отца, какое считает нужным, отчество присваивает, и все, и ребенок растет. А где-то же у него есть отец, который безответственный, ну а почему? Тобто є бажання, є пропозиції якось покращити саме законні норми, які б не дозволяли так уникати відповідальності чоловіка. Ну, звісно, якщо є якась колізія відносно встановлення отцовства, да, або сумнення у партнера відносно того, що він отець цього дитина, то жінка повинна мати право, в тому числі, і на принудительну експертизу, для того, щоб генетичну, для того, щоб і дитина знав свого отця, і отець нес відповідальність за його существування, тому що, ну, це ж обоюдне. Когда, смотрите, мы находим младенцев в мусорных баках, то общество возмущается, да, и общество всю вину перекладывает на женщину. Да, безусловно, она виновна, но у этого же ребенка есть и отец.
Вся вона, а тем знает о его существовании, да, как он допустил то, что он в этом мусорном баке находится, а почему он не поддерживал, да, да, и так далее. То есть вообще отца даже никто не ищет, не разыскивается, идет полностью такое общественное порицание, и вся вина перекладывается только на женщину. Это один аспект, а другой аспект — дискриминация при устройстве на работу, то есть то, что декрет, ну, безусловно. Бачок, тебе пощастило, ты навіть не знаешь, что такое є, а такое є, напевно. Да, то есть очень много работодателей опасаются декретов больничных. Когда у женщины нет ребенка, да, то она потенциально может его иметь, это значит, она потенциально может уйти в декрет. Это опять-таки ненадежный работник. Да. Когда у нее есть ребенок, и он маленький, значит, он будет болеть, да, она потенциально будет вынуждена заниматься с ребенком. Это опять-таки плохой работник и так далее. Потом, тем более, женщины с детьми, им же полагаются определенные там прибавки к отпуску и так далее. И все это для работодателей не очень это удобно. Минусы для них. Да, дополнительные социальные выплаты какие-то и так далее. Поэтому, безусловно, при выборе, если есть абсолютно спокойная альтернатива на эту работу мужчину, то выбор делается в эту сторону. И окремо есть такие профессии, на которых больше берут женок, такие какие-то больше, ну, класичні жіночі професії, насправді, там теж є, це фактично теж утискання прав, але в такому більше теж сексистському плані. Ну, а яку професію ви маєте в виду? Ну, наприклад, секретар. От традиційно, коли приходить чоловік і жінка, то беруть жінку, і це насправді теж, ну, не плюс, тому що порівнювати треба суто професійні якості, а не гендер, не стать, тому що це ж теж фактично те, за що борються феміністки, за рівні права в будь-яких проявах. Я так розумію, що адекватні феміністки, вони ж не борються за, ну, більше права, ніж у чоловіків, або за якусь, ну, поблажки, скажімо так. Це рівні права в першу чергу, правильно? Безусловно. Ну, смотрите, а давайте будемо відкровенні. А много ли мужчин, желающих быть секретарем? Ну, тут це питання інше. А, отже, дивіться, почитала трохи форуми теж, бо у людей багато питань стосовно фемінізму. Я боюсь, коли форум про фемінізм або взагалі форум про що завгодно, це може бути страшно достатньо. Ні, ну є такі питання більш-менш. Ось, наприклад, одна думка. Навіщо міняти традиції, які існували століттям? Нехай чоловіки займаються своїм чоловічим, жінки – жіночим, і всі будуть щасливі. От прокоментуйте це. Ну, не всі традиції хороші, скажімо так. Тобто, дуже багато в прошлом було такого, от чего мы сейчас избавились и очень счастливы. Не знаю, например, прилюдные казни, да? То есть, слава богу, этого нету. Ну, да, а было же раньше, давайте вернем, да? То есть, а было же раньше, что женщина не имела вообще, то есть, она была, ну, по сути, кухонной принадлежностью, да, с одной стороны, с другой стороны, родильным аппаратом. Все, и больше ничего. Ну, давайте вернем, да, пусть опять только эта роль, только эта функция. Ну, давайте не будем зовут женщина, это же человек, точно такой же человек, равноправный, свободный, и имеющий, я не знаю, права для развития, такую же надо отнять. Наступне. Як щодо рахунку в ресторані? Феміністки проти того, щоб за них платили? Да, в общем-то, знаете, мы в состоянии заработать деньги и сами оплатить свой счет. Почему нет? Если уж мужчина настолько настаивает, хотя, вы знаете, если честно, я считаю, что я сама в состоянии оплатить свой счет, и я это тут делаю. Тут человек не має лякатися, так, что жінка вже замовляє, вона сама самодостатня. Я даже могу за человека, за мужчину оплатить, да, то есть это такие тоже случаи. О, тоді вже нам доведеться боротися за свої права. Ми хочемо теж розраховуватися власноруч. Є така ще думка, чому тоді не всі жінки феміністки? Потому что очень много людей, понимаете, мыслят стереотипами. Они считают, что феминизм борется против мужчин, да, против чего-то. Да вовсе нет. Феминизм борется за, как раз, за то, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, женщина не была каким-то образом ущемлена. Но давайте посмотрим вот сейчас, 21 век, да, чуть-чуть в сторону Востока. Что вообще там происходит? Ну, это жар. То есть какая дикость и какое бесправие процветает. А у нас это было то же самое там, практически, ну только без вот этого вот покрывала, да, без одеяла на лице, а фактически все то ущемление, оно было. И то, что сейчас женщина имеет право получать образование, и зарабатывать, и делать карьеру, и учиться, это же все не просто так далось, это все с большими усилиями.
Так, там дозволили жінкам відвідувати стадіони футбольні і подаються як якусь перемогу. Хоча ну це якась така зовсім базова. Ну для нас це дикість, а для них це як перший крок, мені здається. Да, вот недавно в Афганістані, буквально совсем недавно, був такий інцидент. Несколько женщин, ну называют их афганские феминистки, они в очень строгой паранже ходили на спортивную площадку, где турники, ну, для того, чтобы потренироваться, да, побегать и так далее. И мужчин это возмутило, и мужчины пожаловались там, кто их мужья и так далее. Это как, женщина должна быть при своем мужчине, она не может даже вот в этом вот одеяле, когда вообще ничего не видно, то есть угадывается только по фигуре, что это женщина, она не может даже вот кататься на качели. Да. Ну, вот так вот. Скажіть, от буквально коротко, ще про якісь такі омани щодо фемінізму, якісь міфи, тому що, ну, можливо, дійсно... Можливо, що, да, і у ваш рахунок, можливо, хтось говорить. Так, безусловно. Ви знаєте, от коли слышать фемінізм, то сразу же у людей рождається такий стереотип, що це такі грубі, брутальні жінки, в камуфляже обязательно должны быть, мужеподобные, да, что женственность и феминизм – это несовместимые вещи, что феминистки обязательно должны быть лесбиянками, что это тоже вот об руку идущий стереотип, что как, а как вообще мужья могут жить, и когда у них жены феминисты, это же ведь какая-то коллизия, это несовместимо в семье вообще. Вот. Считается о том, что феминистки это обязательно быть истеричные, такие вот, что чего-то добивающиеся истерично. То есть много на самом деле таких стереотипов. Це жах. І з якими вже варто боротися. Дякуємо вам. На жаль, не встигаємо, бо багато хотілося б обговорити. Я думаю, на цю тему ще будемо зустрічатися в ефірі і спілкуватися. Олеся Левченко, феміністка, була сьогодні у нас в гостях. Я думаю, все ж вже наші глядачі точно зрозуміли, що це за поняття фемінізм, що це не жінки, які борються з чоловіками, а вони борються за свої права, щоб були рівноправі.